300 граммов запрещенных веществ синтетического происхождения и 20 граммов марихуаны были обнаружены в салоне автомобиля, в котором находились двое жителей города Рыбное. Запрещенные вещества были расфасованы и спрятаны в таре из-под детского питания. В Рязанском районе и областном центре полицейские обнаружили еще несколько свертков с наркотиками, оставленные в тайниках. При обследовании места жительства злоумышленников изъяты электронные весы и упаковочные материалы. Злоумышленниками оказались сожители – мужчина 29 лет и женщина 37 лет. Они подробно рассказали, где и в каком количестве находились наркотики. Спецоперация по задержанию наркокурьеров проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа «Гром». Оперативникам стало известно, что мужчина и женщина являются наркокурьерами и выполняют задания нелегального интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ. Сожители получали оптовые партии наркотиков из соседней области, транспортировали товар в Рыбное и расфасовывали его на съемной квартире. Злоумышленники были задержаны в микрорайоне Недостоева. Они передвигались по Рязани с целью закладки наркотиков в тайники. Теперь сожителям грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Анна Герцовская, телекомпания «Город».